Итак, программа Bitline, базовая или основная, тоже как мы ее называем. Почему она базовая, почему она основная? По ходу мы будем об этом говорить, да? Но напомню, что она была создана после основания компании, после, можно сказать, тестового периода на основной программе Lime, когда крутые результаты пошли. Но площадка Lime была рублевая, поэтому появилась необходимость что-то другое придумать, да, ну и, наверное, партнеры запрашивали еще что-то. И вот Екатерина через буквально менее чем полгода создания компании выпускает новую программу, новый алгоритм перераспределения средств между участниками, где уже создана была внутренняя единица взаиморасчетов, да, субвалюта, Bitline названная, которая связалась с соотношением определенным с биткоином. Вот еще 4 года назад, более уже, да, ребят, представьте, насколько видение у Кати было тогда уже, что это будет нереально круто. И сегодня время показывает, что это действительно так. Связь между нашей внутренней субвалютой Bitline и биткоином, вот здесь она прописана у нас, один Bitline – это одна стотысячная биткоина. То есть мы говорим, что на сегодня, вот, наверное, любого человека спросите, кто что-то хотя бы слышал о биткоине, да? Хочешь ли ты иметь биткоин, да? Я не думаю, что кто-то откажется от этого. Все хотят, но можешь ли ты позволить себе иметь биткоин? Это уже другой вопрос, да? И чаще всего в интернете что делают? Как этот биткоин добывают, да? То есть майнинг, есть такой специальный способ, да, создания этих биткоинов, майнинг. Дальше трейдят, это на бирже очень рискованный процесс, да, зарабатывают на P2P площадках, покупают дешевле, продают дороже и так далее. Мы же с вами что делаем? Мы зарабатываем через партнерскую сеть биткоин, начиная с маленького-маленького кусочка, да, то есть мы покупаем биткоин, но совсем малюсенький кусочек, буквально вот 100 битлаймов, да, смотрите, это у нас одна 100 тысяч, одна тысячная от биткоина. Мы можем с меньшей суммы стартовать, можем чуть-чуть с большей суммы, вот, например, программа Bitline старт, активация, это 110 битлаймов, да, чуть-чуть больше, чем одна 100 тысячная биткоина. Но разогнать вот это вот наращивание этого кусочка биткоина, да, мы можем именно на партнерской сети. То есть, по сути, это наше капиталовложение, а дальше идет выращивание капитала, приумножение. Причем мы с вами не забываем, что мы вот этот вложенный кусочек еще и возвращаем, да, на первом же уровне, в каждой программе. Это очень круто. Итак, из 110 внутренних единиц 10 всего идет на развитие проекта, 100 отправляется на покупку первого уровня, да, то есть место в первом уровне стоит 100 битлаймов. Доход с одного цикла, то есть вот когда наше одно место, неважно какое, основное, либо дополнительное, подарочное, клоны, да, мы об этом с вами уже говорили. Так вот, пройдя с 1 по 17 уровень, одно наше место зарабатывает более 52 биткоинов. На сегодняшний день, чуть-чуть позже мы с вами посмотрим и фиати, это, ну, кому уже интересно, да, может быть, кто-то слышит первый раз. На сегодняшний день биткоин торгуется, то есть купить-продать мы с вами его можем, около 45 тысяч долларов. Поэтому умножьте 52 на 45 тысяч долларов. Я думаю, что очень приличные суммы для вас, для всех. И, наверное, никто не отказался бы иметь такую сумму, да, вот у себя в кошельке, так скажем. Но для этого надо, да, поработать. Мы майним, мы генерим биткоин, говорим, на партнерской сети. Значит, эту партнерскую сеть надо построить. Строим мы ее все по-разному, да, но у нас есть одна такая маленькая фишечка, рекомендация, что в нашу программу партнерскую, в любую, и мы во всех в них можем участвовать с одной партнерской сетью, не надо приглашать лично огромное количество людей. У нас структура, система партнерская наша строится по типу бинара, а это значит, достаточно нам пригласить каждому хотя бы по 2 человека. Больше, пожалуйста, во сколько раз вы хотите приумножить свои доходы. Меньше нежелательно, но тоже можно, хотя бы на первом моменте каком-то. Не у всех все одинаково хорошо получается, да? Но если есть желание, я думаю, что за какое-то количество времени все равно каждый может это сделать, найти для себя 2 активных партнера. То есть активные – это те, которые тоже продолжат эту систему, да?
Поехали дальше. Партнерские выплаты. Вот если мы как раз находим такого одного партнера, который продолжает то же самое делать, что мы, так вот мы тогда за этого партнера, за одно его место, при прохождении этого места с первого по последний уровень, зарабатываем почти 4,5 биткоина. Вдумались, да, ребят? То есть к 52 мы можем добавлять столько раз по 4,5 биткоина, сколько хотим. Для этого мы вот это количество партнеров можем пригласить. Два пригласим, значит, почти 9 биткоинов дополнительно. Три, значит, 13,5, да, и так далее. Но это же еще не все, да, ребят? Раз у нас есть клоны, а здесь, посмотрите, их огромное количество. 448 клонов. Ребят, программа онлайн, вспомните, да? 11 уровней, 160 клонов. Здесь на 6 уровней больше, а клонов в 2,7 раза больше, да? То есть 160, 160 и еще почти 160. Представляете? А это значит, что вот эти все наши клоны зарабатывают вот эту сумму, да, постепенно, да, постепенно. Из такого же количества клонов за каждого нашего приглашенного мы вот эту сумму зарабатываем постепенно, да? Но это еще не все. Наши клоны, проходя программы, тоже создают клонов, как мы говорим, да? Ну, алгоритм создает, ребят, да, мы понимаем уже это, но мы на своем языке так говорим. Клоны создают клонов. То есть, по сути, это бесконечный процесс, закольцовка внутри программы, да? Когда мы один раз заходим, раскручиваем это денежное колесо, денежный маховик, и просто вот это надо сделать, начать строить свою сеть, и как раз вот все эти деньги будут перераспределяться в вашей именно сети. То есть первый раз, когда вы заходите, помните алгоритм, ваши деньги и деньги ваших лично приглашенных ушли к тому, к кому вы попадаете в первый уровень, все, а дальше деньги это вашей сети построены. Согласитесь, очень круто. В этой программе есть возможность расставлять точечно партнеров, да, не только по алгоритму. В этой программе есть так называемые блоки, так что это сейчас чуть-чуть позже скажу. И для меня тут немножечко тоже такой момент есть, который я вам тоже освещу. Далее, есть реинвест 17 уровень, и мы уже это знаем, да, те, кто слушали не раз наши встречи, были на наших встречах, да, что у нас практически все программы наши, кроме программы «Дом» и «Тревел», да, все создают места дополнительно еще в этой программе, то есть из авто мы сюда заходим, из калейдоскопа в программу в эту, да, из программы «Лайм», да, и все наши места стремятся в 17 уровень. Почему? Как раз там вот тот остаточный доход на 17 уровне. Снова и снова система нам будет покупать место в этом же уровне. То есть этим местам не надо будет проходить там с первого уровня все 17 уровней или с пятого, смотря куда клон создан. Да, сразу же в 17 уровень. Вот это очень-очень круто. Наполнение клонами с программ Лайм и Калейдоскоп я уже проговорила, да, ребят? А вот теперь хочу обратить ваше внимание на блоки. Что такое блоки? То есть все 17 уровней, я не знаю, откуда это пошло, честно говоря, вот вам эту фишечку говорю, да, в приложении 2 к оферте я просмотрела еще раз программу, я не увидела, чтобы это было от основателя деления всей программы на блоки, ребят. И в некоторых презентациях, слайдах, каких-то я вижу деление на блоки указания, а в каких-то нет. Вот неизвестно, откуда это пошло, но когда я получила информацию, я увидела, что деление есть. И поэтому я вам также доношу информацию, да? Но с чем это связано? С тем, что определенное количество уровней, вот начиная с 6, например, по 4 уровня, имеют при перераспределении средств в этих уровнях свои особенности, и мы сейчас их с вами будем рассматривать. Первый, 5 уровень, там нет закономерности одинаковой во всех этих уровнях. То есть там по-разному распределяются деньги. В первом, во втором, в третьем немножко по-другому, в четвертом немножко по-другому, да? А вот здесь 6, 9, 10, 13, 14, 17, ну, кроме 17, потому что там тоже своя особенность, последний уровень, потому что, да, вот во всех остальных есть закономерность. Поэтому, наверное, их вот так и кто-то из партнеров первой или командой так решили разделить на блоки всю программу, да, и, соответственно, у нас теперь в программе как будто бы 4 блока.
с первого по пятый. Кто-то называют этот блок начальный, кто-то стартовый, кто-то, ну, кто по-разному, да, кому как нравится, наверное. А вот дальше, смотрите, с 6 по 9 основной блок, с 10 по 13 копилка, и с 14 по 17 лидерский. Давайте мы немножко пройдем по всем блокам, да, а потом еще раз сюда вернемся и закрепим, как же это все происходит в блоках, что же такого особенного есть. Итак, первый уровень работает так же, как во всех остальных программах. Стоимость места только другая, да, стоимость места 100 битлаймов здесь. Соответственно, пришли ваши партнеры сначала, потом приходят их партнеры, да, либо же ваши тоже могут сюда попасть, да, на выплатный ряд. И, соответственно, с первого же места, если это наше первое место, первый раз закрывает первый уровень, то мы получаем возврат вложенных средств. Все, денег в системе наших больше нет. Если же у нас сверху стоять будет клон уже, и для него будет ячейка заполняться, значит, эта выплата – это наш доход, чистый доход. Прибыль, да, можно говорить? Это понятно. Далее. Следующие три места в выплатном ряду – это, разумеется, копилка. Как видите, ничего нового. Но поскольку стоимость места 100 битлаймов, копилочка наша, да, вот она 300 для покупки следующего уровня. Идем во второй уровень, смотрим, что здесь происходит. Таким же образом, как вы закрыли первый уровень, за вами переходят ваши партнеры и их партнеры. Соответственно, при заполнении выплатного ряда, смотрите, что здесь происходит у нас. Клоны, да, помните, в лайме тоже почти везде с первой точки выплатной клоны идут. И тут они идут. Но во втором уровне в битлайме всего два клона. Два клона всего идет в первый уровень. То есть кому-то в помощь идет два всего местечка в выплатный ряд. То есть целый ряд выплаты не заполнится. То есть при таком положении, ну вот кому-то, к вашим партнерам придут эти два первых клоника, вот эти, да, и, соответственно, либо два первых места закроют у партнера, то есть помогут ему вернуть вложенные средства, и одна точка будет уже накопительная, да, либо же оба места могут попасть накопительно. А может быть, у кого-то из партнеров одна точка будет не закрытая, значит, к ней вы можете попасть, в нее можете попасть, и еще к кому-то, да, одна. То есть по-разному может это сложиться. Самое главное, что два всего клона. Вот если мы программу Lime и вспомним, да, там 4 целых клона уходило в первый уровень. Здесь нет, здесь два. Но зато здесь сразу же, смотрите, с первого места выплата идет тому, кто стоит на основном месте. Да? Это очень приятно. Далее смотрим. Второе место. 300 битлаймов приходят сюда с партнером из первого уровня. Соответственно, что происходит? Эти 300 перераспределяются. 200 вам на выплату. Да, то есть, смотрите, с первого уровня 100, со второго 200. То есть на втором уровне калейдоскопа вы зарабатываете столько же, сколько стоит место, да, 300. И ваш партнер получает 100. То есть по программе BitLine, начиная со второго уровня, мы, по сути, во втором уровне уже увеличиваем наше вложение в 3 раза. Хотя мы его забрали, да, вот как тут. В общем, это чистая прибыль, ребят, пошла. Все, два места здесь копилочка, следующий уровень стоит 600. Поехали дальше. Здесь у нас что? Смотрите, вот с третьего уровня 4 клона идет в первый уровень. Значит, целый уровень как минимум, а может быть больше, да, закроется в первом уровне у кого-то. И, возможно, кто-то тоже перелетит во второй уровень, да, уже перелетит. Так, далее, со второго места. Так, и посмотрите, 200 уходит на партнерское вознаграждение вашему пригласителю, да. Когда вы будете стоять сверху, разумеется, вам партнерская выплата. То есть вот они, 600 распределились, 4 по 100, 4 клона, 400, 200, да, добавили 600, все распределились деньги. Дальше пошли. 600, второе место, 300 вам на выплату, то есть в этом уровне мы тоже зарабатываем 300, да? А вот оставшиеся деньги, 300 и плюс 600 и 600 со следующих мест, это копилочка. Поэтому место в следующем уровне стоит 1500. Ребят, кто-то в комментариях спрашивал вчера, да, откуда, ну, как бы вроде как мы смотрим, что копилка два раза, то есть две суммы, 600 и 600. А почему место в следующем уровне стоит 1500 здесь? А в программе Lime там спрашивали про третий уровень. Откуда сумма получилась? Тоже
больше, чем 108 и 108, например, и третий уровень 252 стоит, да? Вот не забываем, если мы будем просчитывать математику, все-все суммы до копеечки, да, со второго уровня, мы же видим, что не все деньги перераспределились. А куда они делись? Компания нигде себе ни копеечки не забирает лишней, да? Вот где она написала развитие? На первом уровне, на развитие. Дальше на последнем уровне в программах обычно идет на развитие. В программе Bitline по окончанию блоков еще будет немножко забираться на развитие проекта. Все остальное, ребят, ищем, оно здесь все. Все здесь есть, компания никуда не забрала. Поэтому 300 от второго места и третье, четвертое, вот она сумма в 1500. Пошли в следующий уровень, смотрим. Смотрите, как резко, да, увеличивается сумма, которая, на которую покупается место в следующем уровне. Начинали со 100. 100, 300, 600, теперь в два с лишним раза больше. Полторы, почему? Сейчас посмотрим, да? 1500 я имею в виду. Первое выплатное место, смотрите, 8 клонов первый уровень, шикарно, минимум 2 уровня закроется. Выплата вам и выплата вашему пригласителю. 400, 300, да? Увидели. Все деньги 1500, если посчитаете, сходится до копеечки. А вот дальше, смотрите, вот этот уровень четвертый, да, мы говорим, что он тоже как копилочка своеобразная. Вот как есть у нас блок-копилка, да, мы посмотрим, как распределение там идет. Да, и здесь, смотрите, как будто бы тоже этот уровень такой, как прыжок в следующий уровень дает, очень классный. Мы очень любим все пятый уровень, кто разобрался. Сейчас посмотрим, почему, да. Здесь, смотрите, выплата ваша небольшая, партнерская, ну, тоже такая, да, больше, чем в предыдущем уровне, да, но все-таки, ну, казалось бы, немного. Но зато стоимость места уже приличная. Из трех мест набирается хорошая сумма 4500, которая позволяет в следующем уровне для вас перераспределить. С четырех мест, смотрите, сколько денег. Мы помним же, у нас 4 места, 4х, 400% перераспределяется, да? И если в предыдущих уровнях это относительно небольшие суммы, то здесь 18 тысяч битлайнов. Шикарная сумма. И смотрите, что особенного в пятом уровне. Почему мы сюда все хотим быстро со старта? Ну, те, кто пришли новички, кто уже старички, как мы говорим, они стараются как можно чаще своими клонами сюда попадать уже, да? Почему? Да потому что здесь, видите, 4 раза выплата написано. Потому что здесь каждое место, оно выплатное. Оно и переходное, да, и выплатное. Вот давайте смотреть, что происходит. Итак, первая точка выплатная. 12 клонов первый уровень. Значит, ребят, как минимум 3 уровня первого закроется. 2800 вам выплата. Шикарная выплата. Просто шикарная. Попозже посмотрим. Кто хочет, переведите. 2800 умножить на 0,45 в долларах. Вы так получите, да? То есть больше 1000 долларов. Где-то 1200, наверное, если я не ошибаюсь. Так, дальше получаем. Смотрите. Может, ошибаюсь. Так, давайте посчитаем. Сама, а то, ну, говорю сейчас вам. Так, умножить на 0,45. Нет, правильно? 1260. Все правильно. Так, дальше смотрим. 500 – это партнерское вознаграждение вашему пригласителю. Когда вот здесь сверху будут стоять ваши партнеры первой линии, значит, они будут получать выплаты, а вы будете получать партнерское вознаграждение. Ребят, еще вот такая бывает путаница, да, у новеньких. Они думают, что вот когда они здесь стоят на основном месте, то они получают и выплату, и партнерские вознаграждения за своих приглашенных. Нет-нет, ребят, вот в одном уровне мы получаем либо то, либо другое. Мы сверху, мы получаем выплаты. Партнеры наши сверху, мы получаем партнерские выплаты, да? Это немножко разные. Множко разные. Так, поехали дальше. А второе место закрывается. Смотрите, клоны куда летят. Во второй уровень, в третий и в четвертый. То есть в предыдущий уровень. У вас снизу клоны подтягиваются, команда двигается, ваши клоны вниз на помощь летали, да? Толкали ваших партнеров с первых, вторых уровней повыше. И отсюда в четвертый уровень клон полетит. То есть у вас в четвертом уровне
Вот вы оттуда ушли, в пятый перешли, а там уже точно будет ваш клоник тоже закрываться, чтобы быстрее перейти в пятый и здесь опять получать эти выплаты, да? Разумеется, в четвертом кому-то он поможет либо выплату получить, первую, закрыть первую точку клоников, да, выплаты, а может быть в копилочку кому-то попадет. Четвертый уровень, ребят, по опыту, он такой сложноватый для закрытия. Почему, да? Он как копилочка, да? Вот первое место все с радостью закрывают, потому что тут и клоны, тут и выплаты, да? А следующие местечки копилочки. Вот как правило, они, ну, как-то вот с трудом, да, трудно как-то. Поэтому делаем все, чтобы быстрее четверку проскочить. И вот даже сама программа нам это помогает делать, да, и наполнять еще четвертый уровень. Здесь же, смотрите, опять партнерская выплата идет. Далее с третьего уровня, с третьей точки, ребят, выплата вам 300 небольшая, но туда же, в копилочку, если мы сейчас посчитаем с четырех мест, сколько будет, это очень шикарно. Так, 200 партнерская выплата. Со следующей точки 4140 выплата. Да? Смотрите, 2800 это было 1260, а здесь ну, больше в 1,7 где-то, да? Шикарно. То есть больше 2000, наверное, да, долларов. И 200 опять выплата. Ребят, если суммарно посчитать по этому уровню, доходность этого уровня 8840 битлаймов получается. Умножаем на 0,45 доллара. Почти 4000 долларов. Согласитесь, это очень классно по сегодняшнему курсу. Пятый уровень всего очень хорошо клонами наполняется, а есть стратегии, которые позволяют быстро-быстро прийти сюда и его закрывать, этот уровень, да? Чуть позже, наверное, про это тоже скажем. И спонсор здесь получает 1200 битлаймов партнерских вознаграждений, умножаем на 0,45, получается 540 долларов. Тоже хорошо, ребят. Поэтому вот задача всех новичков – спросите у ваших пригласителей, как быстрее можно попасть в пятый уровень, чтобы получить вот эти выплаты, да? Конечно, можно с первого уровня, но тогда надо 5 пройти, ребят, да? А может быть, можно быстрее. Так, смотрите, здесь чуть-чуть идет на развитие, так, вот тут вот 320 всего чуть-чуть на развитие проекта, а 3840 идет на переход в шестой уровень, который является уже основным. То есть до сих пор это как будто бы было вот, ну, что-то начальное, стартовое такое, да? И вы обратили внимание, что по-разному в каждом уровне распределялись деньги. Первый – возврат, разумеется, второй – две точки вам выплату давали, да? Третья – одна точка. Выплаты первый, второй, третий уровень по 300 небольшие, да, здесь четвертый, как накопительный, только первая точка сработала наклонов и выплаты, да, а тут все шикарно. Следующий уровень, мы сказали, сколько стоит, вы обратили внимание, что он меньше, стоимость меньше, чем пятый уровень стоит. Вот он пошел основной блок, да? И вот тут сейчас закономерность, смотрим, ребят, я не буду подробно останавливаться уже на клонах, хотя хочется, да, почему? Потому что каждый клон, который попадает в уровни выше, чем первый, они очень ценные, они всегда куда-то в интересное место попадают, а в первом, когда большее количество, больше и больше мест, разумеется, тогда внизу в первом уровне больше закрывается ячеек, и большее количество переходит во второй уровень, а там происходит снова движение клонирования, да, то есть вот каждое, вот, вообще, я не знаю, как даже вам это передать, видение, что вы должны понимать, что все клоны, которые, ну вот чуть-чуть чем повыше, да, тем круче движение вниз создают. То есть вот эти цепочки, доминошки, а это значит клоны, деньги, переходы, да, это очень круто на самом деле. Ну и стоимость места увеличивается все время в уровнях. Это работает накопительная часть, которая позволит вам сформировать вот ту накопительную шикарную выплату на последнем уровне. Это тоже надо понимать, ребят. Не будем сейчас считать до копеечки, сами это сделайте. Значит, здесь мы что смотрим? С первого уровня мы имеем с вами клонов, да. Дальше, со второго места мы с вами имеем партнерскую выплату. Смотрите, как интересно, да? Первые клоны, второе место – выплаты. Дальше, смотрите, третье место само по себе при заполнении ничего не дает, а как только четвертое место срабатывает, вот эту скобочку я старалась нарисовать, показать вам, что при закрытии обоих, да, точек, вот обеих точек вот этих, только потом срабатывает алгоритм. Причем смотрите, что он делает. Он захватывает остатки денег,
То есть в каждой точке не все деньги распределились, везде чуть-чуть что-то осталось, да, в первой точке, во второй, третья полностью сумма берется, с четвертой выплата и осталась сумма, да, нет, тут не осталось, тут полностью выплата. Но вот с этой вот, только при закрытии четвертого места срабатывает все, да, смотрите, что происходит. Сумма 5455 уходит на покупку следующего уровня. Да? Вот таким образом, ребят, то есть остаточки везде есть. Первые клоны, второй партнерская выплата, ваша выплата, четвертое место, причем сумма равная полностью стоимости места. Да? И, соответственно, все, пошли на следующий уровень. Следующий уровень – это тот же самый блок основной, поэтому здесь также просто количество клонов увеличивается. Да? Смотрите, клоны, выплата, конечно, выплата увеличилась своей стоимости. Место стоит 5455, и выплата у вас такая же, да? То есть, ну вот тут вообще, вот это, конечно, для меня было шоком, когда я просчитывала, тоже увидела десятые доли. Представляете, я вам уже говорила, что компания не берет ни копеечки себе нигде, где не положено, да? И вот здесь распределено до такой степени, что где-то остались десятые доли, смотрите, да? И вот стоимость места на следующем уровне тоже десятые доли. Представляете, как все до копеечки в системе между партнерами. Итак, следующий уровень стоит дороже. Пошли туда, это тоже основной блок. Смотрим, клоны также идут. Первый, второй, третий, четвертый уже уровень. То есть смотрите, если мы по ходу посмотрим, основной блок. Первый, второй, третий клоны. Первый, второй, третий количество увеличивается. А в восьмом уровне, смотрите, еще и четвертый добавляется. То есть из основного блока идут в начальный блок клоны, начиная с первого и постепенно, чтобы до последнего, до четвертого, и сейчас дальше посмотрим, да, количество клонов тоже увеличивается. Партнерское вознаграждение увеличилось уже, да. Дальше следующие два местечка. При заполнении дают выплату вам в точности равную стоимости места, да, и, соответственно, переход на следующий уровень. Тут, смотрите, тут вообще сотые доли. Это вообще шок, конечно, но кому интересно, пересчитайте. Я считала, реально все так и есть. Так, девятый уровень, ребят, смотрите, стоимость места, да, видим. Далее, вот, смотрите, клоны идут в первый, второй, третий, четвертый уровень. И вот не в пятый, а в шестой. То есть пятый пропустили, основной блок начался с шестого уровня, и в первый уровень основного блока, то есть шестой, отправляется клон. Пятый пропустили, почему-то, посмотрим дальше, почему, да? Но это круто, что в шестой. Вы как бы уже ушли с основного блока, ваше место отработало, и вам снова система в шестом блоке даст место. Но я вас уверяю, что у вас с начального уровня, да, с начального блока уже подтянутся клоны, будут и в пятом, и в шестом, и вы туда еще раз придете вот этим клоном, да? Так, дальше смотрим. Дальше смотрим. Тут, конечно, партнерские увеличиваются, да, 4500 уже. Выплата ваша, вот она, 10 тысяч, да, битлаймов. И, соответственно, стоимость места в следующем уровне 12 676. На этом основной блок заканчивается. И тут, вот смотрите, тоже компания берет на развитие проекта, видите, да? Вообще, в целом, я прямо специально просчитывала по всем программам, сколько компания оставляет себе на развитие проекта, учитывая вот все блоки, где и на конце программ, да, и в начале программ, то есть все суммарно по отношению к выплатам, которые мы получаем, это получается... Ну, в разных программах по-разному, в целом, если взять среднее по всем программам, примерно между 1 и 2%. То есть 2% даже от всех ваших заработанных денег компания не оставляет себе. Да? Все, что крутится в сети, больше 98%, все остается между партнерами. Понимаете, да? Дальше пошли. Десятый уровень начинает, открывает блок копилка, ребят. Что значит копилка? Значит, чего-то здесь будет мало, а будет копиться. Для чего? Для стоимости места, чтобы после блока копилка случился бабах. Да? Смотрим, какой бабах будет. Итак, первое место здесь, смотрите, клоны. Но куда они идут? Смотрите, они идут в основной блок, в шестой, седьмой уровень.
и партнерская выплата идет, да, с первого места снова, да? То есть если в предыдущем блоке с первого клона со второго партнерская выплата, здесь все снова на первое место перенеслось, переместилось, да? Со второго места выплата ваша, в предыдущем блоке с последнего было, помните, да? Причем, смотрите, стоимость места и выплата тоже одинаковая у вас, да? То есть как бы как возврат, да? Как возврат, как будто. Если вдруг вы бы хотели туда встать, но сейчас нельзя туда встать, сейчас покупка мест в уровнях, да, уровней, возможно, только с первого по пятый уровень. Так, дальше смотрим. Третье, четвертое, как срабатывает, как копилочка, то есть в следующем уровне место стоит ровно вот эту вот двойную сумму, ровно. Прям посчитайте, перемножьте, да, вы это получите. Так, все, на это посмотрели, запомнили. Клоны с первого, со второго выплата ваша, с первого еще и партнерское вознаграждение. Так, идем дальше. Смотрите, клоны куда летят. Опять с первого выплатного места. Вот он в пятый, куда клон. С 11 уровня блока копилки в пятый. А в пятом что? Выплаты с каждой точки, да, к кому-то вы прилетите, может быть, к своему клону, может быть, партнерам, клонам партнеров, неважно, да, вы туда однозначно принесете выплату, возможно, еще и клоны, да, а может быть, переход и выплату, да. Здесь мы смотрим, что у нас 6, 7, 8, то есть блок копилка наполняет основной блок, ребят. Смотрите, какая интересная взаимосвязь между блоками, да, между уровнями. Здесь же идет реферальная или партнерская выплата, то есть с первой точки опять выплата равная стоимости места, да, и смотрите, в два раза все время будет увеличиваться стоимость места, и ваша выплата от уровня к уровню в два раза увеличивается ваша выплата. Следующий уровень стоит в два раза больше с двух мест, да, смотрим. Смотрите, что здесь. Огроменное количество клонов, какие уровни? Огроменное, почему говорю? Вроде не огроменное, 2, 2, 2, 1, 1. Но они летят в верхние уровни, и они однозначно там чего-нибудь спровоцируют. Какое-нибудь движение точно. Уже два клона идет в пятый, опять помним, да, что там сейчас только проговорили. Два идут в начальный уровень блока основного, два в седьмой, два, один в восьмой, один в девятый, да, смотрите, как классно. Да? То есть все идет в основной блок и два клона в начальный блок. Здесь же идет выплата партнерская. Смотрите, как она приятно увеличилась. Да? Если в предыдущем уровне это было 3 800, около 4, то тут 5 190. То есть партнерская выплата тоже увеличивается. Ваша выплата, уже сказали, в два раза увеличилась. Так, следующий блок идем. Итак, это был 12 уровень. 13 уровень – это последний уровень копилки, потому что 14 уже уровень – это другой блок. Смотрите, что происходит в последнем уровне блока копилка. Смотрите, здесь место, ребят, обратите внимание, что такое 101 тысяча битлаймов. Это целый биткоин. 5 знаков справа налево, если мы с вами отделим, да, вот в этом значении, это целый биткоин. И как он распределяется, смотрите. Смотрите, что происходит. Из блока копилка, последнего уровня блока копилка, 13-го, идет наполнение с 1 по 10, ребят, слышите, да, уровень. То есть и стартовый блок, и основной блок, и еще и копилочка затрагивается, да, цепляется, так скажем. Везде идут клоны. То есть там нереальная будет движуха, выплаты, перелеты, да, вообще. Посмотрите, здесь партнерская выплата, да, смотрите, какая шикарная, 14 тысяч с половиной. В предыдущем уровне было 5, то есть почти в 3 раза увеличивается партнерская выплата. В предыдущем уровне пол биткоина ваша выплата, в 13-м биткоин со второго места. И следующие два места дают вам возможность купить место в 14 уровне, которое будет стоить почти 2 биткоина. Ребят, начиная с 13 уровня, вы видите, стоимость места больше биткоина и выплаты наши больше биткоина. И нереальное количество клонов вниз в помощь команде. Помните, да, мы говорили с вами, что наше наполнение первого уровня и других идет не только снизу вверх людьми, да,
А и сверху вниз от тех партнеров, которые пришли раньше, они дают денег, ребят, больше. Посмотрите, какое количество. То есть получается, если вы стоите сверху, то как будто бы вы в один момент пригласили вот такое количество людей в разные уровни. 60 в первый уровень, а вы, может, их вообще 60 никогда не пригласили, да? Вы пригласили там 2, 3, 5, а тут 60. Каждое ваше место заменяет приглашенного человека. Для вас это будущие деньги. В команду это деньги, заполнение уровней, перелеты. Вот это поймите, да? Поэтому очень круто, что у нас есть клоны, они работают в автоматическом режиме, и как грамотно их система расставляет по уровням. Нереально круто. По два, посмотрите, по два, начиная со второго уровня их отправляет, да? Куда они попадут? Опять в выплаты, в клонопатное, либо в переходы. К одному партнеру, к разным партнерам, а снизу еще движение. Вообще, это знаете, это вот как мы говорим, у нас есть команда партнеров. А тут у нас с вами команда клонов, которая работает на нас и на всю команду. Круто. Так, выплата ваша, сказали, да, уже целый биткоин и копилочка 2 места суммируется, чтобы купить вам следующий уровень. Этот блок заканчивается, тут компания тоже для себя оставляет 4000 битлаймов на развитие. Вот, ребят, не жалко совсем, когда такие деньги тут заходы идут, да, это вообще копейки. Так, 14 уровень, открывает лидерский блок. Место стоит почти 2 биткоина, ребята. Запомнили, 2 биткоина. А сколько заработаем? Давайте посмотрим. И что здесь происходит? Первый уровень, на первое место. Клоны опять пошли и опять партнерские выплаты, да? Но, смотрите, это еще не все. Здесь же с первого места тут же почти 2 биткоина, они до копеечки перераспределяются. И с первого места еще и вам выплата идет. Одинаковые выплаты получаете вы и ваш приглашенный. Когда вы стоите сверху, ваш пригласитель, пригласитель, извините, да? А когда здесь будет стоять ваш партнер, вот тогда и вы получите выплату, и ваш партнер с этой точки получает вознаграждение. Круто. Больше полбиткоина, ребят, если что, так-то тут, да? Так, дальше пошли. Выплата со второй точки в точности равная стоимости биткоина, а это значит, ой, стоимости места, а это значит, смотрите, вот тут почти 2 биткоина, и вот тут больше, чем полбиткоина выплата. То есть суммарно в 14 уровне вы зарабатываете больше 2,5 биткоинов при стоимости места около 2 биткоинов. Вот он, лидерский блок. Огромное количество клонов, куда клоны идут, мы с вами не сказали, в первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень. Вот в лидерском блоке, ребят, на каждом уровне они распределяются по-своему. В первом уровне лидерского блока наполнение идет, можно сказать, начального блока или стартового, кто там его как назовет, да, как хотите. Да, то есть с первого по пятый, запомнили, себе где-то зафиксировали, да? Далее. Следующие мы рассмотрели, копилочка сработала, уходим в следующий уровень, там место стоит, смотрите, почти 4 биткоина. Представляете, мы с вами, вот, мы вначале с вами сказали, что навряд ли кто-то может сегодня позволить себе купить биткоин. А начиная с 13 уровня, мы с вами этими биткоинами уже манипулируем туда, говорим, сколько места стоит, сколько доход уже в биткоинах. Представляете, как сработала накопительная вот эта система в нашем алгоритме? Очень круто. Так, пошли дальше, да? Итак, стоимость места сказали. Смотрите, куда идет наполнение. Со второго уровня лидерского блока, то есть с 15-го, наполнение идет в основной блок. В шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый уровень. А посмотрите, какое количество. Шестой, 16 клонов. Ребят, вот эти 16 клонов как минимум 4 шестых уровня закроют. Вдумайтесь только, 4. У меня мурашки, ребят. Вот когда представляешь это вообще что-то нереальное. Это значит, что там произойдет? И клонирование, и выплаты, и переходы. А снизу пойдет поток доминошек. Нереально круто. 8 клонов, ребят, 8. Ни один, ни два, ни три. По 8 клонов. В седьмой, восьмой, в девятый уровень.
Тоже все там, всего там больше будет, да? Можно посмотреть, а с седьмого куда летят клоны? То есть представляете, какая цепочка появляется, да? Цепная реакция такая. Выплата больше биткоина, но она уже приближается к биткоину. Треть от биткоина, ребят, треть. И вы такую выплату получаете, и ваш пригласитель. Или вы с вашим приглашенным, если он будет закрывать этот уровень. Когда он будет закрывать этот уровень, вы однозначно, гарантированно, ребят, вы получаете все выплаты при движении по уровням, да, вот эти все выплаты гарантированно при закрытии уровней. Как вы это будете делать? Будете, не будете? Вот эта компания не гарантирует вам. Но если вы закрываете, то гарантированно получаете вот все, что тут написано. Следующее место дает вам почти 4 биткоина выплаты, да добавим еще треть, то есть на этом уровне больше 4,5 биткоинов выплата, ребят, больше, намного, да, почти уже скоро 5. Это мы не говорим, что внизу будет движение в предыдущих уровнях, и вы там еще биткоин заработаете точно. Далее смотрите, следующие два места копилка, и место в следующем уровне стоит уже 8 почти биткоинов. Круто? Так, запомнили, да? В 14-м заполнялся начальный блок, в 15-м заполнялся основной блок, в 16-м смотрим, куда клоны летят, смотрите, в блок-копилку, да? Представляете? И тоже сколько клонов? 8, 4, 4, в 13-й уровень. Давайте туда еще раз сходим. Смотрите, вот это количество клонов, да? Если ваши клоны попадут в первую точку, кому-то к партнерам, к вашим, вот такое нереальное количество отсюда вниз полетит еще. Представляете, как это работает? Ну и по 4 в 12 все, ребят. Тут выплаты и ваши, и вашему спонсору больше 0,9 биткоина, то есть к биткоину приближается, да? Да еще вот со следующего места почти 8 биткоинов, то есть суммарно это почти 9 биткоинов. Учитывая то, что внизу будет происходить, ребят, еще можно биткоин точно накидывать, да? То есть вот так работает алгоритм, представляете? Нереально круто. Так, следующие два – это копилка. То есть смотрите, лидерский блок, что он сделал? Он выдал нереальное количество клонов по блокам в предыдущем, да? То есть и в стартовый, и в основной, и в копилочку, да, вот, вот почему лидерский, наверное, назвали, что он захватывает команду всю, где бы ни стояли ваши партнеры по блокам, везде, со всеми ваши блоки прокоммуницируют, ваша армия, ваша команда блоков, клонов, да, клоны. Так, дальше пошли следующий уровень, и что тут смотрим? Место-то сколько стоит, ребят? Почти 8, это что получается? 16, да, смотрите. 15, так, это как? 1 590 000. 5 знаков. 1, 2, 3, 4, 5. Представляете, 16 биткоина стоит место в следующем уровне. Кто это может себе позволить? Навряд ли, да, кто-то. Но, пожалуйста, по программе движемся, работаем и получаем. Что здесь происходит? Смотрите, предыдущие блоки, уровни блока лидерского наполнили ниже стоящие уровни все. И тут идет, смотрите, наполнение лидерского блока, да, лидерского блока. 14-15 уровень получает по 2 ваших клона. Вы пришли в 17 уровень, вы сейчас здесь будете зарабатывать, да, выплаты и реинвест сюда же вам система клона купит. И уже в 14-15 будут ваши клоны, там ваши партнеры будут снизу приходить, да, и сверху тоже, да, вот это все будет перемешиваться, клоны, люди. И, соответственно, в ближайшем будущем ваши клоники с 15-го уже снова в 16-й, 17-й передвинутся. И еще тут у вас клон реинвестом будет, да. То есть вот он остаточный доход, ребят, вот оно движение, которое позволит вам всегда быть, ну, нереально, при каких деньгах, да. Смотрим. Как здесь? Так, с первой точки, кстати, опять выплаты и вам, и вашему вышестоящему, да, и здесь же на развитие проекта 63 603 компания забирает, да, алгоритм. И, соответственно, со следующего места вы уже получаете себе в карман почти 16 биткоинов. Это выплата со второго места, обратите внимание, да, с третьего места такая же сумма, да еще вы получили с первого места, то есть здесь, ребят, не просто 33 биткоина, как мы всегда говорим, а здесь около 33,5 биткоинов.
Ну, а учитывая, что вниз еще места пошли, и там что-то, да, то есть нереально круто. И последнее место, мы с вами это даже рисовали, да, куда встает ваш клоник. Здесь же реинвест означает, что вы остаетесь в 17 уровне снова. Вот четвертое место, вот эта сумма, да, на покупку 16, на покупку 17 уровня идет. 16 биткоинов остаются у вас снова в 17 уровне, чтобы заработать 33,5 биткоина. То есть увеличится в два, больше даже раза. Вот, ребят, представляете, как нереально круто работает алгоритм. Смотрите, что мы, вот если еще раз для закрепления, да, в основном блоке клоны в старт. Стартовый уровень наполнения идет с первой точки, со второй точки партнерская выплата, с четвертой ваша выплата. В копилке клоны в основной блок идут наполнения, да, ну мы помним, там с последнего места наполняется место и в десятый уровень идет, да. Ну, это уже одно там местечко, в основном основной блок. Со второго места выплата. Выплата в основном блоке больше, чем стоимость места. В копилке выплата равна стоимости места. С 14 по 17 уровень выплата больше стоимости места. Клоны идут во все блоки, как мы с вами увидели, да. И, соответственно, с первой точки выплата идет и со второй тоже. Ну, в 17 уровне особенность, да, то, что каждая точка, да, первая, вторая, третья, она выплатная, а четвертая – это реинвест. Ну и выплаты еще раз, да, с 13 уровня начиная, выплаты выражаются в биткоинах, ребят. Вот представили себе, как программа нереально круто работает. Вот почему, ребят, надо быть быстрее в этой программе, да. И, конечно же, 17 уровней – это вроде как долго, много, да. И именно поэтому есть закольцовка, да, которая позволяет между программами, да, которая позволяет быстрее прийти в Bitline. Это программы авто помогают нам это сделать, которые всего 5 уровней. Да, то есть, например, мы можем сразу, пройдя 5 уровней в автошке, зайти в 14 уровень в Bitline. А это значит, сколько мы пропускаем? До 14-го 13, а мы их за 5 можем пройти. А если мы еще применим стратегию в программе авто, значит 4. То есть 4 уровня в авто, например, и мы можем сразу прийти в 14-й уровень битлайн. 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, то есть 8 уровней мы можем всего, да, вот сократить прохождение программы битлайн можно до 8 уровней, ребят, от 17 до 8. А можно еще короче, если вы в 15 или в 16, извините, в программу бизнес или премиум зайдете, отсюда вы попадаете в 15 или в 16 уровень в Bitline программу. Ну, единственное, что я для тех, кто не знает, да, дополню, что когда вы первый раз какую-то программу авто финалите, с первой выплаты обязательно надо купить автомобиль, потому что это у нас целевая программа, да? А вот со второй выплаты, пожалуйста, заходите в программу Bitline. В какой вы программе? В авто стандарт, значит, 14 уровень, в авто бизнес, значит, 15, в авто премиум, значит, 16. А еще лучше, если во всех этих программах мы стоим, да, и проходим их с одной и той же командой, и все друг за другом цепочкой со всех этих программ, зафиналивая, распределяемся по программе Bitline по 14, 15, 16 уровню. Да, вы видели, что там происходит, поэтому там надо быть, конечно. И с программы Lime при завершении мы покупаем в программе Bitline 10 или 11 уровень по приложению к оферте, да, прочитайте условия, мы сюда тоже попадаем, то есть идет тоже усиление. Откуда вы вперед придете? Из программы Lime в программу Bitline верхние уровни или из авто? Это уже выбор за вами, это работа в командах, это стратегии, да. Мы помним, что программа Lime 11 уровней, но ее тоже можно сократить до 4, до 6 уровней, да. Поэтому как кому хочется, ребят. Но однозначно, даже если вы до 6 уровней Lime сократите, до 4, например, даже до 4 и встанете в 11 в Bitline, это что будет? 4 и плюс 6, 10 уровней, да. То есть через автошку все-таки быстрее можно в Bitline приблизиться вот к той финальной точке, да, куда мы хотим и стремимся все. Поэтому лучше, ребят, везде. 1-2 кошелек – это ни о чем. Открываем все себе кошельки, потому что денежные ручейки в один наш кошелек, да, это очень круто.
Вот так, ребят, работает программа наша закольцовки и все остальное. Так, ну что еще? А, в программу Битлайн можно зайти из калейдоскопа тоже, да? Мы с вами рассматривали этот вариант тоже, когда из калейдоскопа со второго уровня открывается программа Битлайн. Но опять, мы удлиняем. То есть вот все зависит от того, чего вы хотите, куда вы хотите прийти с помощью наших программ. И тут вы уже выбираете себе вот этот путь, откуда стартовать, да? Точка А, она где? Если вы знаете точку Б, как в нее быстрее прийти, все зависит от того, как вы вот эту точку А, какую выберете. Да? У всех разные стратегии, ребят, есть через одну в другую программу. Да? Но то, что можно аккумулировать средства в лайме и в битлайме, шестой, седьмой, здесь пятый уровень, да, мы с вами их видели. Это однозначно, чтобы, если нет средств, сразу зайти в премиальные программы, да, то надо использовать стратегии. Лайн шестой, седьмой нереально крут. Битлайн пятерка, мы с вами посмотрели, нереально круто можно, да. Поэтому можно это открыть раньше. Тем более стоимость вполне доступная. Ну и давайте в цифрах, в фиате уже посмотрим, да. Еще раз, вот в таком формате у нас есть электронная таблица, да, она не помещается на одну страничку, что я сделаю, она такая длинная. Смотрите, еще раз, если мы пока вот в битлаймах посмотрим, вот первый уровень доходность, видите, как резко в пятом уровне она вырастает. 100, 300, 300, 400, бабах, 8840. Но мы же помним, что это у нас не одно место же идет, а у нас уже во всех предыдущих уровнях местечки тоже зарабатывают. И плюс партнерские. То есть мы смотрим, в голове у нас не только эта сумма, а плюс к ней еще. Дальше смотрим, что происходит у нас. Вот они у нас склоны нереально круто распределяются. Мы видим в стартовый блок и в шестой уровень, да? Смотрите, вот сюда. С последнего уровня блока в первый уровень, да? Круто. Доходность здесь, смотрите, да? Потихонечку, потихонечку нарастает. Хотя в шестом уровне вроде как меньше, чем в пятом. Ну и что? Да, там вам нереально круто дали в пятом уровне, как завершение блока, да, и чтобы вы быстрее получили хорошие суммы, как раз вот эти аккумуляции, да, 8840. Из них можно по всем премиальным программам встать, да, из этой суммы. Так, дальше смотрим. Если следующий блок посмотреть, наклоны и выплаты, да. Копилка, вот они клоны. Итак, смотрим в основной блок, и один клон уже в 10 уровень, то есть первый уровень блока копилки. Выплаты тоже потихоньку так нарастают, нарастают. Причем, обратите внимание, в 9 уровне, в 10 выплаты практически одинаковые, да? А потом начинают увеличиваться в 2 раза, в 2 раза, в 2 раза, да? Хорошо же? А вот в следующем блоке, да, видим, вот они клоны, как распределены. Это стартовый блок, это основной. Это лидерский, да? Круто очень, да? Вообще. Так, ну и тут лидерский уже. Уже. Так, что-то где-то. А вот это копилка, да? Копилка. Немножко напутала. Так, выплаты смотрим, да? В 3 раза. Посмотрите, в предыдущем блоке в 13-м биткоин, а здесь 3 биткоина. А дальше больше, больше и бабах. Круто. Круто, ребят. Я вообще, рассматривая все это, прям кайфую. Смотрим, первый, один человек в первой линии, да, можно просмотреть, какие дает, опять же, по блокам выплаты, видим, что они нарастают, нарастают, нарастают у нас, да, и суммарно, вот она выплата, да, за одного человека по всем уровням, за одно место, собираем 4,5 биткоина. Разумеется, если 2 в 2 раза больше, 3 в 3 раза больше, вот во сколько раз хотите увеличить доходность, да, пожалуйста, поставьте 10 человек, вот давайте, да. 10 поставим, что будет? Видите, да? 44 биткоина. 44 биткоина. Вот, пожалуйста, вам сумма. 9 миллионов. Так, 9 миллионов биткоинов. Так, все, ребят, запуталась. 9 миллионов битлаймов, 96 биткоинов. Давайте к фиату перейдем. Итак, 45 тысяч долларов сегодня стоит один биткоин. Что видим? Так, давайте вот здесь поменяем цифру, чтобы все-таки не шокировать некоторых. И посмотрим. Так, вот эта нижняя, да, строчка в каждом моменте, вот это уже $1000 по уровням, ребят. $1000 по уровням. И суммарно, вот, посмотрите, да, разумеется, вы долларовый миллионер, если проходите эту программу.
Ребят, если даже вы снизу ее не начнете проходить, а начнете проходить там с 10, с 11, либо с 13, 14, с 14, если из автошки зайдете, вы такие же деньги получите, потому что клонов туда видели сколько, да, падает, и больше. То есть все клоны, они участвуют. Это за одно место мы смотрим, а там намного-намного больше будет. Ну и за наших приглашенных, смотрите, да, почти 400 тысяч долларов, полмиллиона. Все, сколько вы хотите. Сегодня программа Bitline активации 50 долларов всего. Но я рекомендую стартовать с программы Калейдоскоп. А дальше мы с вами уже говорили, как можно разогнаться, быстрее зайти в Line, Bitline, чтобы накопить суммы, которые нам с вами потребуются для активации премиум программ. Давайте количество партнеров 3 хотя бы внесем. Все-таки, да, если помните, мы нацеливаемся на программу Line, 8 уровень, 3 человека нам нужны под нами, да, тогда вот он, ваша доходность за одно место ваших приглашенных, с троих всего, с их только по одному местечку, больше полмиллиона долларов. Все, ребят, вот такая программа Bitline, со всеми завязана, все в нее программы ручейки стекаются почти все, да, и, соответственно, все это для того, чтобы в какой-то момент, и неважно, ребят, сколько мы с вами тут поработаем над тем, чтобы это сделать. 2-3 года кому-то потребуется, уже применяя стратегии, потому что первые партнеры пришли, они не знали стратегии, они сами этот путь открывали, да, пробовали, щупали, теперь мы это уже знаем. Поэтому кто-то придет однозначно, кто-то сделает первый, это за год, ребят, я вас уверяю. Сегодня пока еще никто это не сделал, но уже скоро будут первые, кто зафиналит 17 уровень, заработает суммарно вот эти вот все выплаты, да? А все другие могут воспользоваться наработками и сделать это намного-намного быстрее. Но даже если на это, ребят, потребуется 5 лет, 10 лет, задайте себе вопрос, а вы вообще когда-нибудь такие суммы заработали? И есть ли у вас реальная возможность где-то их заработать? Я думаю, что ответ очевиден. Плюс к этому мы с вами еще не только по этой же программе двигаемся, а раз у нас все программы открыты, мы с вами видели, что практически во всей программе, во всех программах генерируется не одно количество биткоина. Еще не завершив программы, можно стать и биткоинером, и долларовым миллионером, да, и, пожалуйста, все, как вы желаете. Я завершила, ребят. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, можете их задать. Если нет, то благодарю за то, что слушали. Я думаю, вы так же, как я, воодушевлены возможностями. И просто надо их брать и делать. И не важно, что ради этого надо сделать, ребят. Ну, я имею в виду, мы экологический бизнес ведем, да, не что-то плохое, а вот именно работы над собой, действия какие-то, да, время какое-то на это потребуется. Ну, это круто. Это круто. Подобных возможностей я на просторах интернета, на Земле вообще об этом не говорим, да? В интернете большие деньги, но такого размера нет, я не видела, не встречала. Ну что, рук не вижу поднятых, поэтому я вас всех благодарю, я вам всем желаю больших успехов, пускай у всех все получается, стройте команды, воодушевляйте их возможностями нереально крутыми. И у нас у всех все получится, потому что мы одна большая команда Lime. Мы крутое сообщество, ребят. Всем, всем пока.